Для театрально-концертного центра сентябрь выдался плодотворным. Большое количество премьер, спектаклей и концертных программ. И завершится этот теплый месяц концертом «Корни в огне». Это этноконцерт. Сейчас это направление очень популярно и в России очень развивается, поэтому будет что-то очень такое красивое, природно-девственное. Всех приглашаем на него. Надеюсь, что вам всем понравится. По словам директора театрально-концертного центра Светланы Хворовой, для театра этноконцерт – это новое направление. Оттого и ожидание премьеры волнительное. Это сольный проект Полины Матюшиной. Концерт, в котором современная музыка, славянская культура и ее наследие переплетутся, как корни древа жизни. Зрители смогут погрузиться в этническую сказку, которая состоит из трех частей. В первом отделении Полина Матюшина расскажет через песни одну из славянских легенд. Вторая часть включает юмор и частушки, а третья посвящена теме внутреннего «я» – любви и огню. Но Полина на сцене будет не одна. В шоу участвуют еще два хореографических коллектива «Самойлова балет» и «Фриденс», которые станут не только украшением программы, но и придадут особую атмосферу концерту. Любовь к русской песне – это моя давняя любовь. Любовь к фольклору. И сейчас это очень необходимое направление, нужное людям. Куда-то вперед идет время, оно бежит. Но иногда надо остановиться, чтобы обратиться к своим корням, к своему роду и в этом научиться черпать силы. Полина Матюшина рассказывает, что однажды утром она проснулась с желанием назвать свой новый проект «Корни в огне». И для начала она объяснила значение этих слов самой себе. А в чем их смысл, узнаете на концерте. Мария Синина, Евгения Корытько, Екатерина Куцева, Щелковское телевидение.